По сведениям последней предвоенной переписи населения 1939 года, в городе накануне войны проживало 17 936 человек. В боевых действиях приняли участие 9 614 узловчан. Из них погибли в боях, умерли от ран и болезней 1 626 человек. Пропали без вести 1 998. Погибли в плену 73. Более 6500 государственных наград вручено героям фронта и тыла. 14 узловчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Один стал полным кавалером Ордена Славы. Двоим за подвиги военного времени в мирное время было присвоено звание Героя Российской Федерации. Хочется особо отметить, что герои Советского Союза Николай Трегубов, Дмитрий Медведев, Герой России Леонид Квасников, Василий Жуков трудились и делали свои первые шаги в большую жизнь на железнодорожной станции «Узловая». 8 мая 2013 года на здании музея локомотивного депо «Узловая» установлена мемориальная доска Герою Советского Союза, железнодорожнику Василию Петровичу Жукову. О нем Татьяной Сапрыкиной написана книга «Тысяча дней до подвига». Собран многочисленный материал. Как рассказывает сама автор, ей удалось определить, что Вася трудился в нашем депо слесарем автоматного цеха, в котором изучали пулемет «Максим». Был пулеметчиком. В 19-летнем возрасте в начале войны его призвали в армию. Он вернулся домой, и Богородицкий райвоенкомат его, значит, определили его в 413-ю стрелковую дивизию, которые в сибиряки вот приехали к нам в Сталиногорск, здесь 30-31 октября уже выгружались, определили в пополнении вот этой дивизии. Фактически он защищает родной порог вот здесь, наше депо, нашу узловую, и родной порог своих родителей. Бился, наверное, насмерть, потому что и за мать, за отца, и за родину, и за Сталина, за кого угодно. Здесь он был слегка ранен. По словам его брата, старшего Александра Петровича, в Богородицкой газете «Воспоминания» было написано. Потом Василия Петровича направили в Калужскую область, где шли страшные бои за Варшавское шоссе. Это настолько тяжелые места. Места были, в частности, долина смерти, что, как потом писали, все деревни покинули, люди не могли жить. Они не могли там пахать землю. Почему? Потому что на метра полтора было услано костями человеческими. Там полегло наших навалов. И в феврале 1942 года Василий Жуков пропадает без вести. Благодаря поисковой работе, обнаруженным военным записям, Татьяне Сапрыкиной удалось разыскать упоминание имени нашего земляка в одном из военных журналов. В 1944 году, когда готовилась наступательная операция «Багратион», он успешно участвовал в нескольких боях. Он попадает в 3-ю Брянскую армию, в общем, там орденоносную всякую. Его звание старшего сержанта уже, значит, он хорошо себе показал в партизанском отряде, да, и командиром пулеметного расчета назначают. В одном из боев наш земляк проявил себя героически и совершил подвиг, за который ему присвоили уже посмертно почетное звание Героя Советского Союза. А было это так. Немцы поднялись в новую атаку, и в этот раз не только пошли пехотой, а пустили перед собой два танка. А у них всего две противотанковые гранаты оставались. И вот Василий взял на себя подвиг такой, и, как говорится, и быстро сказал ребятам, значит, не на месте быть, и пополз к этим. Когда подполз к первому, поднялся в рост, кинул, и, конечно, танк подорвался его взрывной волной, его практически и убило с этим вторым. И немец, когда... граната, видать, не разорвалась. И когда второй танк пошел его уже мертвого давить, по нем проехал, на втором вот этой гранате тоже и подорвался. Вот за этот подвиг, вот в 45-м году, годом спустя, в апреле, ему вот это звание Героя Советского Союза. В Беларуси очень чтят его. Ездили, возили меня туда и в лес, где стоит ему вот этот обелиск такой. Имена земляков-героев навсегда останутся в наших сердцах. 10 февраля 2019 года исполнилось 75 лет со дня гибели на фронте узла Овчанина, токаря паровозного депо Даниила Ивановича Никитина. Живыми памятниками освобождения Узловой являются две улицы нашего города – улица генерала Васильева и улица 14 декабря. Улица генерала Васильева первоначально называлась Вторая железнодорожная. Она проходит от старого железнодорожного переезда через Красную Узловую до выезда на Новомосковское шоссе. Именно эту дорогу для нанесения главного удара по немецко-фашистским захватчикам выбрал Вячеслав Дмитриевич. Сегодня на улице расположен административный корпус станции Узловая 1, дистанция сигнализации и связи, строительный поезд номер 675, хлебокомбинат. В 2015 году по инициативе и на средства железнодорожников, предприятий города, недалеко от старого железнодорожного переезда был открыт бюст воину-освободителю Вячеславу Дмитриевичу Васильеву. В честь воинов-освободителей в нашем городе и районе установлены другие памятные обелиски и памятники. До сих пор мы чтим их подвиг и помним о нем.
как и в те годы, когда наш город оккупировали фашисты. А 14 декабря 1941 года, сразу после освобождения города, узловские железнодорожники приняли решение отблагодарить своих освободителей-кавалеристов генерала Белова. 15 декабря 1941 состоялся и митинг, посвященный освобождению Узловой от немецко-фашистских захватчиков. В книге Татьяны Борисовны хорошо описан тот самый подарок узловчан. В депо приступили к постройке поезда «Бани». Вагонники были основной силой, но и паровозники, конечно, помогали, потому что там дело тоже и в колесах, и потому как и что. И, в общем, этот вагон «Бани» сделал, который потом впоследствии стал образцом для других, где солдаты после вот этих боев могли себе привести в порядок хоть какое-то время все с себя, говорится, отряхнуть и с легкостью в белой рубахе опять пойти в бой за родину. «Баня» получилась уютная. Поезд отправляли торжественно с оркестром. 14 декабря – день освобождения. Освобождение Узловой навсегда останется в памяти узловчан. В честь этого дня названа и улица, о которой мы расскажем более подробно в одном из наших следующих выпусков. Также остановимся на тех страшных цифрах войны в годы оккупации города. Сколько было разграблено, уничтожено, сожжено дотла, какой ущерб понес город и сколько погибло человек. Сотни мирных, ни в чем не повинных людей подверглись жестоким избиениям, были зверски замучены. Среди них были и братья Лапшины. Жанна Ситкарь, Константин Слепов, телекомпания «Каскад».